Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Что-то без азарта, однообразно, как в строю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Какими были мы на ставке, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте. Мелькает просить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и пробытое зачерпнуть. Из дома выйдя в непогоду, смотрите дух, пришпорьте плоть. Не бойтесь тасовать колоду, пытайтесь. Незачем тащить, ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь к избе краю. Печалиться не надо вовсе, когда вам нечем карту крыть. Вы против жизнь на кон не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Я признаться, прости. Могу сказать только, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и вручить эту майку Николаю. Для нее любовь забава, для меня мучение предавать. Николай, право это мучение. Любите глубокий, но и умелые поклонники, хочу возразить традицию. Не со мной при мне пылка целовалась, а теперь она во мне. Разочаровалась, для нее любовь забава. Мы нашли шикарный повод. День рождения Эльдара Александровича Рязанова. Я думаю, это не слабый повод для киношников, людей творческих собраться. Это же не важно, киношники, эстрадники. Мы просто скучаем по своей тусовке. Да, и у нас такой шикарный повод, благодаря нашим шикарным организаторам. Thank you.
да. Ого! Денис Кияс.